Совбез ООН единогласно принял резолюцию России по Сирии. Соавтором документа стала Турция. В резолюции говорится о прекращении огня и проведении переговоров между правительством Арабской Республики и представителями оппозиции. Сообщается, что встреча пройдет в ближайшее время в Казахстане. Резолюцию одобрили все 15 стран, входящие в состав Совбеза ООН. Документ призывает стороны конфликта предоставить нуждающимся жителям Сирии гуманитарную помощь в кратчайшие сроки.